Из-за теплой и влажной погоды в Подмосковье раньше обычного созрел первый урожай грибов, и любители тихой охоты, прихватив корзины, потянулись в леса. Правда, опытные сборщики предупреждают, съедобные грибы сейчас легко перепутать с ядовитыми. Как избежать отравления, расскажет Павел Мельник. Поглубже в чащу, туда, где в изумрудной траве появилась первая добыча любителей тихой охоты. Какой грибник без корзинки? Большой. Корзина еще пуста, а сборщики уже полны надежд. В Подмосковье установилась влажная, теплая погода, самая подходящая для грибов. У первого же поваленного дерева опытного грибника Дмитрия Тихомирова ждет удача. Посмотрите, какой красавчик, абсолютно мягкий. Он, правда, быстро стареет. Называется трутовик серно-желтый. Он растет только на дубах. Огненный трутовик среди весенних даров самый яркий, но точно не самый распространенный. Первыми в лесу появляются вот эти шляпки молочного цвета. Так и называются. Майский гриб или рядовка майская. Несмотря на внешнее сходство с поганкой, считается безопасной для человека. Спутать ее с чем-то сложно, потому что запах она имеет не традиционный грибной, а такой мучной. Ну, пахнет прямо как будто мукой. Ошибиться страшно, тем более, что у каждого грибника всегда найдется пара неприятных историй на памяти. В садоводе соседнем отварил или, может, плохо сварил, отравился, рвало, тошнило, температуру, вызывали скорую соседи. Трутовик можно спутать с ядовитым пиптопорусом дубовым. Он тоже яркого цвета, только растет в основном на живых деревьях, а не на поваленных. А майская рядовка, к тому же, очень похожа на энтолому весеннюю. Смертельно опасный гриб бурого оттенка. Чтобы не совершить ошибку, грибники выработали простое и понятное каждому правило. Принцип, можно сказать, всей жизни. Не знаешь – не бери. Не трогай. Любой гриб может таить опасность. Отсюда и осторожность ученых. Разрешенные виды классифицируют как условно съедобные. Всегда есть риск. Гриб накапливает в себе как раз все то вредное, что находится в почве, и тоже может стать причиной отравления, хотя этот гриб теоретически должен быть съедобный. И если, не дай бог, какие-то подозрительные на отравление симптомы возникают, до приезда врачей, конечно, надо стараться оказать первую помощь. Обильное питье, вызвать рвоту, дать солевое слабительное. Токсичный гриб не отличишь ни на вид, ни на вкус. Именно поэтому собирать лесной урожай нужно только вдали от дорог. Павел Мельник, Лизавета Брагина, Александр Мехур и Артем Нестеренко. Вести.